Уже более 20 лет Российский онкологический конгресс является центральным событием в жизни профессионального сообщества. И в ноябре этого года, как всегда, лучшие онкологи страны соберутся для обсуждения тех проблем, которые стоят как перед клиницистами, так и перед организаторами здравоохранения. Уже сейчас идет реализация национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. И за последний год мы видим существенные улучшения с точки зрения финансирования онкологической помощи в Российской Федерации. Но до сих пор остаются нерешенными некоторые организационные проблемы, которые не дают полноценно использовать те возможности, которые сейчас появились у онкологов во всей стране. Одной из ключевой сессии, которая состоится на этом онкологическом конгрессе, как раз будет сессия, посвященная обсуждению национальной противораковой программы, вопросам финансирования, в первую очередь лекарственного обеспечения, и тем сложностям, с которыми столкнулась вся страна в решении этих вопросов. Я вас всех приглашаю на очередной 23-й уже российский онкологический конгресс, и уверен, что это общение будет полезным и познавательным для всех. Спасибо.